Ездил раньше, сверяя время по часам на ЦУМе, а теперь их уже давно нет, сокрушается пенсионер из поселка Нартовка Николай Михайлович. Там было очень удобно, все время это идешь или в магазин, и что-то опаздываешь, и на часы было приятно посмотреть. И куда пропали часы, так хотелось спросить, кто за это отвечает. Часы на здании ЦУМа показывали не только который час, но и по ним можно было увидеть, какое сегодня число, а также температуру воздуха. Эти важные данные можно было наблюдать со всех уголков Советской площади, с улицы и даже из окон окрестных домов. Центральный универсальный магазин с первых дней появления был точкой притяжения березняковцев и остается ей по сей день вот уже 50 лет. 11 из них на здании были часы, которые горожане привыкли считать центральными. Ну а как иначе? Главное – площадь города рукой подать рядом. Мы решили уточнить у руководства ЦУМа, а что же с часами? По неизвестным причинам на камеру давать комментарии оно отказалось. Однако представители этой частной организации пояснили следующее. В марте 2021 года произошла поломка часов, и их сдали в ремонт. Однако не предполагали, что починить их будет так сложно. Сделать это не удалось, поэтому сейчас будут заказаны новые часы. По словам руководства центрального универмага «Березняков», сейчас загвоздка в стоимости часов. На обустройство новых ходиков требуется крупная сумма, которую организация выделяет на их покупку. Планируется, что новые часы будут установлены до конца года, кстати, юбилейного для здания ЦУМа. Так что березняковцам нужно чуточку подождать. Любовь Битнер, Никита Игнатьев, наши новости.